В очередной раз я вас приветствую. Сегодня мы продолжаем приключения Хака. Прежде всего, посмотрим этот терминал, потому что я про него забыл в прошлой серии. Задание обновлено. Крот среди кротов. Окей, это нам ни о чем абсолютно не говорит. Где вход в наши часы? Я вот не помню. Ага, все, нашел. Но это не в часы вход. Нет, это вход в часы, но это не то, что нам нужно. Нам нужно... Где мой брат? Это основное задание, это задание, задание. Короче, черт его знает, где этот момент, где написаны все коды. Я думаю, я посмотрю старую серию и найду этот момент. Да, я знаю, отстань от меня. Но все равно тут все закрыто, все заперто. Нужно сначала что-то сделать. А что сделать, я без понятия, мисс. Да, друг, с тобой можно сразиться. А, ну я понял, короче, что нам нужно сделать. Нам активируйте несколько терминалов, чтобы пройти далее. Понятно. Угу, молодец я. Вдвойне молодец. Оно в любом случае припрыгивать, потому что назад пути просто нет. Конечно, вот это я косикнул, стой. Ну не надо, а. Фу, вот это повезло. Пошел ты к черту слизи. Мне уже не до тебя, честно говоря. Ух ты. Сколько ежиков. Поднимись. Ой, ладно, к черту тебя. Как я неаккуратно веду. Как я неаккуратно играю, а. Мы же так и проиграть можем. Значит... Первым делом возвращаемся назад. Да, возвращаемся назад к порталу, потому что перемещаемся. Вопрос только куда. Значит, если нам нужно найти 4 терминала, это всего лишь 3 терминала. Четвертый, черт его знает где. Да, черт его знает где 4-й терминал. Получается, что нам выхода особо нету. Идем сюда, отсюда уже тогда прыгаем направо. Там, по сути, должен быть, да, вот, один черт, которого мы сейчас быстренько разложим. Составляющие. И отправимся дальше. Это то, что он сказал. Расколки, база прямо сейчас. Проход сюда должен быть... Проход сюда должен был быть в комнате управления. И теперь меня никто не остановит. Я тебя остановлю. Я остановлю тебя своим неумелым управлением. Ладно, бывает. Так, пес. Пес, ты не мешаешься. Ладно. Пес нас покидает. Разбойник нас покидает. Стоять. Опять этот странный знак. Ну да, уже третий раз встречается. Ну, третий раз, конечно, но помню всего лишь 2. От этого нужно аккуратнее убивать, потому что может немножечко так оглушить. А нам это не совсем приятно будет. Опять пес. Ух ты. Такой ты себе песик. Драться не умеешь абсолютно. Стоять. Вот. Классная секретная комната. В которой ничего нет, кроме монеток. Да. Ну что ж ты делаешь? Ладно, подхилимся заодно. Слушай, а как ты? А, тебе нужно каждый раз бить, чтобы ты открывался. Слушай, вот это было опасно. Стреляй. Еще разок. Хорош. Как это было просто. Лови обраточку. Умник хренов. Что мы открыли? Только одна дверь. Можно сразу все двери открыть. Внизу что-то есть. Давай спустимся вниз. Хочу посмотреть, что тут. Серьезно. Ради одного ежика я сюда ходил. Ну ладно. В принципе, получили немного урона. Это не так страшно. Тем более, можно подхилиться сейчас. Давай. Сохранение. Щиток. Щиток, я думаю, я не буду покупать сейчас. К черту его. Наверх. Стой там, не подходи ко мне. Ты мне, кстати, в принципе, не нужно. Такой вопрос. А я могу вверх бить? Да, могу. Да чтоб тебя это... Ну-ка. Хорош. И что, я открыл? А, я просто лазер отключил. Ну, в любом случае, полезно. Почему бы и нет. С учетом того, что нам сейчас прыгать среди этих собак. Угу. Еще 2 собаки осталось. Давай, кто первый? Ты? Значит, ты. А ты второй. Да хорош, слышь, ребята, вы чего? Короче, я тебя так размотаю. Угу. Сохранено. Так, куда мы попали? Такой вот вопрос. Тебя мы разбить не можем. Да, тебе нужно разбивать с правой стороны. Значит, там как-то можно будет попасть. Давай, пожалуй, одну аптечку заюзаем, подхилимся. Ты за что отвечаешь? Ясно. Ну давай. Так, я выгляжу.
Ай, шипы. Ну, предположим, мы сделаем так, потом так, так, и падаем. Не успел. Ну, бывает такое. Да чтоб тебя. Как я ненавижу вот это вот. Хрень, любую хрень на микроконтроль. Я это просто теперь не могу. Это ужасно. Все, закрылось. Направо нам. В любом случае, направо, кстати, идти. Вот тут где-то проход, да. Вот, собственно, первый генератор. Должен быть где-то тут. Ты же тут? Стой, назад. Разбиваем эту дичь, потому что там в любом случае что-то должно быть. Не просто так оно. К сожалению, оно просто так. Ладно, черт с тобой. Первый терминал. Прекрасно. Загружаем, открываем. Один из четырех. И этот черт опять живой. Ну ладно. Это все потом прикончу. Но тут-то что-то должно быть. К сожалению, тут тоже ни хрена нет. Вот тут. Тут внизу, кстати, еще должен есть. Тут внизу, кстати, еще проход есть. По крайней мере, на карте он отмечается, но. Но, как мы понимаем, попасть мы туда не можем. А, нет, почему вот? Да. Я просто не сразу заметил. Что ты делаешь? Ты открываешь. Ты открываешь там проход. Угу. Замечательно. Но проблема в том, что. Проблема в том, что тут лазеры вот эти работают. И как бы я ни старался, я сквозь них не пройду. Да, я сквозь них не пройду, поэтому даже пытаться не стоит. Идем просто налево. Комната сохранения, прекрасно. Еще одна часть, куда мы можем протонуться. А как вас достать? Очень интересно. Но тут мы не подпрыгнем, на эту хрень мы встать тоже не можем. Как ее достать, без понятия. В любом случае разбиваем тогда. Этот проход, и идем куда? Идем налево. Блин. А там, кстати, тоже есть путь налево. Наверху. Я так не хочу прыгать опять по этой херне. Это отвратное место. Ну, давай попробуем еще разок. Не туда. Все прекрасно. Значит, активируем. Это было легко. Даже... Я даже удивлен, насколько это легко. Давай, прыгай туда, сюда. Еще разок. Оп, тихо, 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 тихо. Не-не-не. Вот тут, кстати. Эть, есть. Заскочил. Только куда нас это ведет? Какое-то укротное. Какое-то странное место. Ни черта не видно. Давай так, аккуратней. Что это? Шанс крита плюс 5%. Замечательно. Вот тут, кстати, можно. Вот тут можно наверх подняться. Куда нас это? Вот тут, кстати, можно наверх подняться. Куда нас это приведет? Записки. Ну, подбери уже. Ежедневная газета Уэлл Крик, суббота, 1 сентября 1985 года. Ну, давай почитаем. Сегодня утром в больнице Колдерстер скончался ремесник Ре Джоаши, а значит, последний человек, владевший технологией выщипывания хлопка, покинул этот мир навсегда. За долгие годы нестабильности в социальной среде мир потерял более 1000 объектов материального культурного наследия. От жареного риса Ю-Джоу до технологии выщипывания хлопка. А, не хлопка, а хлопка. Ученые считают, что человечество переживает так называемый тасманский эффект из-за недостатка коммуникации и сокращения количества общин. Бесчисленные традиции забываются одна за другой. Ну, блин, не знаю, выщипывание хлопка это довольно незаурядное задание. Не задание, а занятие, но не суть. Которое не требует особого навыка. Тем более, с практикой оно быстро приобретает. Тем более, с практикой можно быстро набраться навыка. Куда мы попали? Ясно. Я пока сюда не хочу, поэтому возвращаемся назад. А смысл возвращаться назад, если тут... Ну, а тут только такой путь. И, кстати, вот это место. Вот это место, откуда мы, собственно, совершили прыжок. Но проблема в том, что... Да, вот именно в этом и проблема. То, что в воздухе мы не можем... Бить.
супер навыком. Ладно, в любом случае, мы собрали монетки, так что можем уходить отсюда. Заходим в эту дверь, и куда она нас? И куда нас ведет эта дверь, неизвестно. Блин, когда же эти можно будет открывать заслоны? Что это? Окей. Тут же заперто. Ну да, тут заперто. Мы можем пройти, ладно. Стерс, покидаешь нас. Друг, немножко от стены отойди. Это шакал, а. Вот встал стену, как баран и стоял до последнего. Угу. Сюрприз. Так, это первая, это вторая. За что вы отвечаете? Ты отвечаешь за то, чтобы подняться наверх и закрыть лазеры, да? Да. Хорошо. А ты за что отвечаешь? Ты просто разбиваешься. Неплохо. Ага. Тогда давай сюда. Блин, ребята, аккуратней. Отцепись. Что у нас тут? Ничего. Ну, окей. Не совсем верно, что ничего. Там были монетки. Черт, аккуратней. Я прям мастер аккуратности. Ну, ничего, бывает. Давай, наверх. Ты за что отвечаешь? Ты за что отвечаешь? Ага, все, я тебя понял. Это поднимает еще выше. Вот сюда бы я не против попасть. Но как это сделать, без понятия. Так, эти переключатели работают только в одну сторону. И это, конечно, и не хорошо, и не плохо. Это просто есть. Пес. Ты ебаешь. Сюрприз. Ага. Если так. Превосходно. Я не знаю, есть ли смысл спускаться, но вообще есть. Давай. Угу. Значит, смысла особого и не было. Ну давай, последнее это получается у нас. А толку? Ну да, толку нету особо. Хм. А сколько жизни? Пока мы вот это вот не научимся открывать, смысла особого и нету. Ай, назад. Как же они все же открываются? Так вот, интересно очень. Что у нас тут? Диск еще один. Замечательно. И тут заперто. Кстати, тут наверх нам нужно. Ну, походу, тут будет битва с боссом. Ох, какая опасная махина. А я даже не подхилился. Ох, слушай, аккуратней. Я пока... И это все? Серьезно? Я думал, он будет как-то посильнее, помощнее, а это ни о чем. Странная записка, которую я не могу прочитать. Если я не могу ее прочитать, значит, нужен... Наверное, это от Зуко. Когда связь восстановится, попрошу Тр-8 расшифровать. А у тебя выбора-то особо и нету. Блин, это заперто. Дайте мне комнату сохранения, и мы на этом уже закончим. Потому что уже все. О, замечательно, стой. Ты чего? Ну, вот это интересно. Подхилимся. Ага. Наверху, кстати, есть секретная комнатка. Да, вот тут справа. Ну ладно. Я, по крайней мере, теперь знаю, что вот эта синяя хрень на карте обозначает. Открываем тогда второй шлюз. Точнее, терминал, но не суть. Третий уже? Когда я второй-то успел открыть? Хм. Забавно. А еще более забавно, что я не могу попасть сюда. Слушай, а если я тебя заряжу и подпрыгну? Ничего. Да, абсолютно ничего не будет. Ну ладно. Ну получается, все у нас. Тут мы никуда не пройдем, потому что тут и эта хрень включена. А нет, подожди, мы же наверх можем попасть. Да, давай наверх. Что за навык? И получено падение. Ага, слушай, вот это вот интересно. То есть, ну, получается, да, все, замечательно, превосходно. Мы нашли одну часть, которая может разбивать вот эту дичь. Но, блин, как мне прикалывать их оглушать? Просто оглушил, зашел, уничтожил. Превосходно. Что у нас тут?
Черт его знает, что тут поехали. Ага. Просто спускаемся вниз. Мне сейчас нужно дойти до комнаты сохранения. Угу. Блин. Угу. Ладно, сюда я потом забегу. Ладно, сюда я потом забегу. Короче, поступаем сейчас так. Мы сейчас заканчиваем, а я иду в сторону комнаты сохранения, потому что я без понятия, где она тут есть. А время уже все, кончилось. Поэтому до встречи в следующей серии. Пока.